Конечно, видимо, и одностороннее такое. Блять, асфальта уже нету. Асфальта нету. Уже, да? Водочка. Это видок, да? Понятно. Уже отсюда можно приезжать. Ну все, прибыли на место. Лодку спустили, машину оставили. Сколько времени-то? Часов 9, да? Так вот, нивку поставили. Все, так, закрыли сервер, проверь еще, дерни. Дверку. Все. Ну пошли тогда, что? По коням. Машин. Народу. Воды. Кстати, нормально. Ну, вообще нормально. Сейчас попрем. Да, скорость 35 км в час. Все, прем. Я вижу бревна. Идем.
Сергей тащит у нас, тащит. Попозже лагерь заснимем. Корюзишки. Чуть попозже лагерь покажем, мы это все сделали. Помаленьку кидаем. Хариус мелкий. Из 10 6 отпускаешь, 7, наверное. Ну и чё? Нихуя, блядь. Прикрутились нахуй. Два крупных, блядь, съебались нахуй. Два крупных? Два крупных сошли. Нормально. Такой вот хорюзок. Хороший. Вот такой хороший хорюш взял. Хорош. Уж идем с плавом. О, сидит. Дрём, кульбиты. Ты сошел уже. А тут вот стрики драч, шишки-то нету. Прохлада какая, свежесть. Вон он тебе поплавок-то где. Зацепил что ли? Ты об мотор там? Подожди. Маленечко посидеть, рыбешку пожарить, покушать. А то дождик как даст дрозда. Вот, сидим, кушаем хорюшка. Чаем запиваем. Сейчас картошечки пожарим. Потом в баню пойдем не туда. Мотор старый еще. Вот это радуга тут у нас. Телефон, конечно, не передает. Но раз, два, три, четыре, пять. Интерференция или как там называется физика? Преломление. Преломление, знаешь, где было? Вот в эту субботу-воскресенье в Новосибирске смотрели это. Томск, Туман стелится. Ух ты. Вот это у нас тут кострище пионерский. Уф.
Я тебя сфотал. Пионерский костер. Да. Красота. Вообще в тайге такой нужен. Нам на пустыре можно. Раз, два, три, четыре. Хторяки не чай. Бродяга, не скучай. Пьем чай. Вечереет. Хули вечереет? Через 10 минут лампочка погаснет. Будет темно. 8 утра. Проснулись, поспали. Лодку уже загрузили. Сейчас поедем домой. Дождик ночью бабахнул. А сегодня день будет кайфовый. Такая красота. Да нету серости. Нет, блядь. Все, курки надо. Да мы идем. Нет, деревяшки, нихуя. Ну откуда? Вышли мы из контейнера. Ну что, получается, все, лодку загрузили, поехали. Получается 50 километров до устья. Че мы шли? 1:20. Ну, блин, остановились там что-то у нас. С бензопроводом было. Ну, 1:20 чистого времени. Обратная дорога получилась по бензину. Ну, бензин еще остался даже. Может, литров 15-20, то есть получается. Литров 30. По дороге спалили. 3 сколько, да? Ну,